На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Гришин Диан, мне 8 лет. Творы называется «Живи, елочка». Елку купили в лесу на опушке. Ее не рубили, а сделали елку на доме заводе. Хорошие дяди, веселые тети. Скорее приходите, скорее поглядите. На елку стоит серебряные нити. Вся хвой мохната, блестящая и пышная. За день она зазвенит еле слышно. А елка весна, а осталась живая. Стоит на макушке, макушка никого, никому, кому-никому. Просто ветреный метель такой же красивый, не сплю еле.